Всем привет! Сегодня я снова в BeFree, и я собрала для вас микрокапсулу из нашей апрельской коллекции для того, чтобы показать вам, что все вещи могут сочетаться друг с другом, и то, что вы можете прийти, купить 10 вещей, и это будет ваш один большой классный сезонный гардероб. Вы все уже видели неон, вы все уже видели коллекцию Саши Бортич, однако на второй план, мне кажется, ушла вот эта вот классная клетка. У нас ее целых два вида. Это розовая клетка, это черно-белая клетка. Я дополнила эту клетку разными, на мой взгляд, более-менее базовыми вещами. Короче, так или иначе, сегодня для вас my choice, мой выбор, классная капсула из BeFree. Так, я начну вот с этих шорт, костюмный вариант, вот такой вот в яркую розовую клетку. Казалось бы, чего проще, да, взять и надеть его вместе с таким же верхом, использовав при этом вот такой вот классный топ на железных цепочках. Да, это классный вариант, он достаточно простой, поэтому я, конечно же, не буду вам про него рассказывать. Я предложу заменить вот этот вот черный топ вот таким вот классным боди. Но это, конечно, не для робких, это для смелых девчонок, которые хотят выглядеть классно, которые выбирают не простые костюмы, а костюмы, во-первых, с шортами, а во-вторых, вот в такую клевую, яркую клетку. Я прекрасно понимаю, что не все могут себе позволить вот такой вот яркий образ, и как вариант можно вот это нижнее боди заменить на более простое, вот такое вот хлопковое, это тоже боди. На самом деле боди это очень удобно, чтобы не носить короткую футболку, чтобы не носить, не заправлять ничего, вы надеваете вот это хлопковое боди, оно с такой классной надписью, вроде базовая, вроде и не совсем базовая, также под пиджак и шорты. Еще один лайфхак, который я хочу вам рассказать про этот костюм. Если вы собираетесь надеть его с кроссовками или кедами, то под пиджак я рекомендую вам выбрать белую базовую рубашку, застегнутую наглухо. Если же вы хотите надеть его с ботинками или туфлями, выбирайте футболку. Игра на контрастах – это всегда круто. В общем, прекрасно понимаю, что не все любят носить пиджаки. В этом случае мы можем оставить боди, либо, например, вот это боди, опять же, без разницы, так как мы собираем капсулу, да, в ней все абсолютно элементы между собой сочетаются. Соответственно, верх может быть вот этот, верх может быть вот этот, верх может быть любой, который я сказала после, рубашка или простая белая футболка. Вы берете шорты и в комплект с шортом подбираете вот такую классную джинсовую куртку. Это очень удобно. Обратите внимание на то, что она супер офигенная. Сзади вот такой клевый нашивной принт. В этом сезоне мы не носим обычный деним, мы носим деним интересный, с множеством разных деталей, тай-дай, либо вот такой вот драный, гранжевый, со спортивными элементами. Короче, выбирайте, какой хотите. Я предлагаю выбрать вот такой вариант джинсовки, потому что, несмотря ни на что, она достаточно классическая. У нее просто вот здесь такой декорированный драный низ, но это вообще ничего не значит в современном мире. Ее вполне можно назвать классической. Короче, классный сет получается. Боди, шорты и вот эта вот джинсовая куртка. Шорты мы наконец-таки оставим в покое, к ним у нас никаких претензий нет. Берем верх от костюма. Мы купили костюм, значит, верх должен использоваться не только с шортами, правильно? Он должен еще нам в каких-то других вариациях служить. Смотрите, здесь тоже есть на самом деле несколько вариантов. Самый простой – это взять футболку. Опять же, да, футболка нас всегда выручает, но футболка у нас не простая, вот с таким клевым принтом. Кстати, история у этой фотографии на самом деле офигенная. Это первый кампейн, это первый лукбук, который стилизовал наш стилист бренда Даша. Это реально фотография, которую мы снимали. Это была коллекция, которую мы назвали «Очень-осень». И теперь эта фотка на всех футболках в бренде «Дашка» и все остальные. Я вообще прям горжусь. В общем, берем вот эту клевую футболку, берем жакет. Обратите внимание, что мы выдержали цветовую комбинацию. Что вниз? Вниз можно надеть юбку. Деним всегда выручает. Если не знаете, что надеть, надевайте деним. Но опять же хочу сказать, что даже юбка в этом сезоне должна быть какая-нибудь интересная, необычная. Я предлагаю выбрать вот такой клевый вариант с высокой талией, с разрезом, как 80-е носили наши мамы. И сверху у нее такая вот клевая завязка. Короче, юбка плюс футболка плюс розовый пиджак. Ну и раз уж мы говорим сегодня о том, что у нас капсула, а значит все вещи друг с другом сочетаются, мы можем вообще себе позволить вот что сделать. Мы можем надеть футболку, сверху надеть пиджак, и если вдруг холодно, мы можем еще сверху для тепла или стилька надеть джинсовую куртку. Смотрите, у куртки нет строгого окончания, нет никакой ни резинки, ни манжета, поэтому это дает нам возможность самим регулировать, где же она закончится. Поэтому так носить тоже можно, это смотрится круто. Внизу могут быть шорты, может быть та же самая денимная юбка.
казалось бы, с пиджаком можно закончить, но два комплекта – это очень мало, поэтому я покажу вам, как еще в рамках нашей капсулы работать с двумя видами разной клетки. Они различаются по цвету, по размеру, но при этом их можно носить вместе, можно и даже нужно. Итак, дано пиджак, брюки. У нас здесь выходят на ринг вот такие брюки в черно-белую мелкую клетку. Это даже такая решетка. У них вот такие классные декоративные пуговки. Обратите внимание, что брюки не скини, они просто прямые, чуть-чуть заужаются к низу. Это идеальный вариант. У них завышенная посадка, что дает нам возможность носить их как с топами бюстье, с футболками, с короткими свитшотами, толстовками. Вообще совсем. Для нашей капсулы, опять же, это плюс, потому что мы не можем себя и не должны ограничивать в том, что же мы наденем наверх. Итак, мы берем брюки, мы берем вот этот топ, про который я уже говорила. Посмотрите, у него тоже есть вот такая классная фактурная ткань. Мне очень нравится, что здесь не обычные бретели, а бретели-цепочки. Это очень стайлово. И что я еще хотела сказать, я уже на самом деле имела дело с этим топом, я хочу обратить ваше внимание на то, что эта ткань совершенно не мнется. Вы можете на нем сидеть полчаса в автобусе, можете делать все, что угодно, топ будет выглядеть вот так, как он выглядит сейчас. И это еще один плюс, который нам вообще прям на руку. Так что топ плюс брюки плюс пиджак равно еще одно интересное сочетание. Так, что у нас получается? Мы сделали три комплекта с розовым пиджаком. Не будем, да, долго заострять внимание на том, что это, соответственно, тоже можно носить вместе. Самое главное, обратите внимание, что если у вас две разные клетки, то низ под пиджаком должен быть максимально нейтральный. То есть мы уже в данном случае, если вот это вот очень яркое, вы, конечно, можете попробовать надеть боди, но хочу сказать, что это будет суперически ярко, и тут уже можно переборщить, поэтому решайте сами, но я бы не советовала. Что значит у нас есть? Нам для капсулы не хватает джинсов, да, джинсы обязательно должны быть в каждом гардеробе, у нас уже есть брюки, юбка, шорты, куртка, два пиджака, не хватает джинсов. Джинсы я предлагаю брать вот такие, они похожи на модель бэгги, то есть это завышенная талия, они как бойфренды, короче, очень широкие, но с посадкой, как у момсов. Такая модель называется джинсы бэгги. Вот, у них классные дырки. Вообще сейчас это снова модно, вот это вот все 90-е муд. Можно так носить, не думать о том, что вам будет кричать вслед «Эй, рэпчик!» А если будут кричать, то как бы все окей. Вот, такие джинсы можно носить не только со спортивными куртками, и вот эта вот вся ассоциация первого уровня, можно носить и с пиджаками, как делали вот как раз-таки в 90-е годы. Поэтому берем джинсы, берем наш пиджак и берем какую-нибудь любую вещь из тех, что я уже показывала, это может быть боди. Это может быть вот такое боди, это может быть даже эта футболка, это может быть вот этот топ, это будет вообще такой стилек Бритни Спирс и Агилера начала 2000-х, тоже смотрится классно. Тоже сочетается, тоже можно носить, советую. Я не сказала, это то, что здесь нужно не забыть про аксы. В данном случае, если тем более у нас, например, такая достаточно бесцветная, неяркая клетка, у нас вот эти вот джинсы есть, и, например, мы возьмем боди, да, неважно, вот так вот, и вот так вот сделаем, нам обязательно сюда нужны кроссовки. Крутые кроссовки – это залог вообще любого образа. Обязательно, если у вас будет здесь все круто, а сверху отстойная обувь, то вау-эффекта не случится. Поэтому не забывайте про то, что обязательно нужны кроссовки, тем более, что у нас в коллекции есть вот такие вот классные с голографическими вставками. В общем, сзади меня висит еще один комплект и еще один комплект, и это вообще никогда не закончится, потому что все друг с другом сочетается, я надеюсь, вы поняли. Мы сегодня взяли 12 вещей, но это уже too much. Из них можно составить в 2, а то и в 3 раза больше комплектов, поэтому... А что я должна сказать-то? Классные коллекции у нас в BeFree, классные, и клетки тоже классные. Приходите, меряйте, покупайте, закупайтесь прям целыми сетами для того, чтобы вообще не думать в течение месяца, что вам надеть. Вот.